Спасибо косметологии. Шанс наладить личную жизнь упущен. Вот и жду теперь, когда лоб снова покроется морщинами. Помогите найти мне любимую подругу Иванку. Она для меня дорогой человек, очень мне помогла в свое время. Это вам не принадлежит, сказал сотрудник КГБ. Эти деньги принадлежат Советскому Союзу. Ну и, как водится, забрал чек вместе с конвертом. Смотрите в эфире Шансон ТВ новые выпуски программы «Дневник. Жизнь большой страны» в ваших письмах. Пишите нам, делитесь своими жизненными историями, воспоминаниями, разыскивайте друзей.